Merci. У Суворовському районі в одному з хостелів затримали 25 гастролерів із арсеналом зброї. Про підозрілих чоловіків у поліцію повідомили очевидці, які побачили, як нові постояльці заносять у номери зброю. Всі ці молодики спортивної статури приїхали в Одесу з різних областей. А ось навіщо захопили із собою арсенал з травматичної та вогнепальної зброї, нині з'ясовують поліцейські. Были обнаружены 25 человек спортивной, как говорится, внешности, все молодые, активные, приехали к нам из других регионов. Частично оружие было найдено, это было гладкоствольное оружие, травматические пистолеты. Так как они все жители других регионов, сразу были направлены материалы на аннулирование разрешения на данное оружие. У нас имеются определенная информация, почему они сюда приехали. В любом случае, они приехали сюда для дестабилизации обстановки. Они были все доставлены, удостоверены все их личности, все перепроверены, проведены с ними ряд мероприятий. И сейчас проводится дальнейшая проверка о причастности их к либо каким-либо другим правонарушениям. Редакция.